Армения несет ответственность за совершенные ею военные преступления против Азербайджана. Об этом было заявлено на совместной пресс-конференции МИД и Генпрокуратуры Азербайджана. Вооруженные силы Армении преднамеренно ведут обстрел населенных пунктов Азербайджана. Официальный представитель МИД Лейла Абдуллаева заявила: «Мы решительно осуждаем военные преступления Армении и требуем положить конец действиям, направленным против мирных жителей Азербайджана». В ходе продолжающейся военной агрессии Армении, помимо Тертерского, Агдамского, Джибраильского районов, артиллерийскому обстрелу вооруженных сил Армении подверглись Гюранбой, Дашкисан и Нафталан. С чувством глубокого сожаления сообщаем, что в числе погибших двое школьников в возрасте 13 и 14 лет. По фактам обстрелов населенных пунктов со стороны вооруженных сил Армении и гибели гражданских лиц возбуждено 5 уголовных дел. 27 сентября на территорию села Гашалты Гарагоенлу упал снаряд, выпущенный армянскими подразделениями. Погибли 5 членов одной семьи. Дому был нанесен ущерб в размере 100 тысяч манатов. На основании этих фактов в прокуратуре Гюранбойского района открыто уголовное дело по нескольким статьям. О совершенных военных преступлениях Армении будут проинформированы и международные структуры. В ходе пресс-конференции также было отмечено, что невыполнение 4 резолюций Совета Безопасности ООН является отражением двойных стандартов международной политики. Эсмира Алиева, Рауф Гусейнов, CBC.